лапароскопические обследования на приеме было сделать невозможно. И сейчас у нас появилась возможность проводить не только операции, но и диагностику, а также смотреть результаты нашего лечения с помощью уже более подробного детального обследования детей на уровне непосредственно поликлинического звена. Та часть пациентов, которым было необходимо проведение рентгеновских снимков, мы можем заменить проведением эндоскопических исследований. Таким образом, количество пациентов, которые пройдут через прием в диагностическом центре у лор-врача, мы можем увеличить. А потому что в одном месте мы сразу проведем те исследования, которые нужно было проводить в разных помещениях у разных специалистов.